Приветики снова. Я вот предыдущее видео закончил не со всеми шариками. Получается, когда их забирал, половину оторвал, положил, с остальных начал что-то делать. И, короче, не сделал. Короче, половины шариков не было. Вот. И, в общем, получается, что для того, чтобы из них что-то сделать, нужно их больше, короче. Потому что вот они сейчас сложились в такую, типа, штуку. Вот, то есть... Из них можно сделать кубик, я так понимаю, 5 на 5. Вот они сейчас 5 на 5 сложились. И получился такой, типа, прямоугольничек из шариков. Прикольный, кстати. И чтобы сделать из них кубик, это получается, надо еще 30. Это будет еще 4 такие штуки. И это уже будет 4 на 5. Ну вот еще 30, тогда более-менее на кубик будет похоже. Не будет, правда, одной полосы хватать. Хотя, может, если оторвать. Хотя я боюсь, что оно сейчас распадется, потому что очень сложно. Очень сложно. Вот две, как бы, штуки, когда собираешь, то легко, как бы. Ну, то есть, сделать такой квадратик, соединить 4 штуки и к ним присоединить еще 4 штуки. Ну, вот как этот. Такой вот из них сделать легко, потому что они легко собираются. Но когда начинаешь 3 слаживать... Ну, чтобы сделать вот такой вот, типа, 3 на 3. Не такой вот, а такой вот, типа. Они начинают расползаться. Я не знаю, как у меня так получилось. Я даже сам не понял. Я старался. Они все время между собой здесь посередине. Две слаживаются по краям, а посередине не хотят. Сейчас как-то оно само все сложилось. Я даже сам не понял, как. Но очень круто, как бы, получилось. И вот, типа, такого плана можно сделать из шариков кубик. Да из шарика вообще можно любую фигуру сделать, это шарики. Это из этих-то можно только кубик сделать. Ну, потом сложив, приложив к ним больше квадратиков и сделав из них еще больше кубик. А вот из этих, все, что ты можешь сделать, это... Ну, вернее, из этих, все, что ты можешь сделать, это кубик, просто налаживая больше кубиков. А из этих можно вообще любую фигуру сделать. Не только кубик. Вообще любую. И это круто. Вот. Такая штука прикольная. Получилась. Кстати, качество кубиков, лежащих в упаковке, лучше, чем качество кубиков, которых я покупал по отдельности. Вот на них, если посмотреть, видно вот какие-то сколы такие. Вон сколы всякие. Не знаю, видны ли там еще царапины где-то были. То есть они по одному где-то валяются вот, у тех людей, которые их продают. И там царапинки появляются. Сколы они, наверное, уже были. Ну, короче, они какие-то некачественные. В то время, когда здесь, вон они все такие ровненькие. Нигде никаких сколов, никаких царапинок. Ну, разве что вот здесь какие-то сверху на этом царапинки есть. А так... Все такое ровненькое, все красивенькое. Ну, здесь тоже. Ну, хотя, может, просто так попало. Может, и в этой упаковке, может быть, что они будут много сколотые. Но в большинстве своем они как-то получше выглядят, мне так кажется. Поровнее, покрасивее. Нежели вот здесь. Здесь как-то больше. Вон там сколот, там сколот. На этой стороне нормально, тут сколото. Короче, слишком много здесь всяких таких вот проблемных мест. Вот, так что вот такая штука получилась прикольная. Я сам не понял, как. Крутил, вертел, раз, сложилось. Не хотел, не сложилось, вдруг, оп, получилось. Блин, прикольно. То есть, наверху еще такую же штуку, и будет уже... 4. И для идеально ровного кубика она должна еще и пятую. То есть это нужно... Вот здесь 30. Еще 30. И еще 15. То есть еще две такие упаковки купить. Правда, оставшиеся 15 будут лишними, потому что кубик уже из них будет собран. Вот. Но зато если его чуть-чуть наклонить, этот кубик вот нажимай, тяжело разобрать. А этот чуть наклонить, вот. Оба, все. И ты его уже сломал, все. Этот
Это-то еще попробуй разломаю, вот крутишь, вертишь. А этот все, все уже. А сейчас как я назад соберу, понятия не имею. Я это еле собрала. Ну, буду пытаться. Кстати, здесь что? Вот когда пытаешься сделать, как я собирал, вот эти штуки так вот собирал, то, что, ну, хочешь тройку сделать из них, оно отталкивается вот посередине. Отталкивается. И я, получается, сделал, думаю, ну ладно, отталкивается, так отталкивается. Сделаю из них такие штуки, которые оно само слаживает, типа, такие вот, типа, ага, не подходит по полярности, переворачиваем. Так, и соединяем. Вот, типа, такую штуку. Такие штуки я собирал, короче, думаю, ну ладно, не получается сделать кубики. Сделаю, так, сколько их здесь, по-моему, лишний один. Сделаю тогда такую трубочку, типа, на первое время, потом что-нибудь придумаю, типа. Я так вот думал сам себе. И в итоге сделаю такую. Кстати, это сложно тоже. Просто, ну, надо, короче, по 6 штук брать, слаживать так вот, чтобы сделать такую штуку, которая как у меня получилась. Потом смотри, что как по полярности оно подходит, не подходит. Вот, типа, соединяется, не соединяется. Тогда переворачиваем. Соединилось. Тогда слаживаем. Ну и так постоянно. Опять надо полярность смотреть, чтобы оно именно притянулось, а не отталкивалось. Отталкивается, переворачиваем. Соединяется. Сжимаем. Блин. Во. Главное, что их легко очень порушить. То есть кубики ты когда сложил, еще попробуй разорви их, потому что у них... Это ж квадратики, они такими блочками друг к другу щелкают, все. А вот шарики, их очень легко порушить. Чуть-чуть неправильно где-то что-то нажал, и они все разлетелись. Вот здесь вот не по полярности, и уже можно все нарушить. Переворачиваем, и по идее должно быть по полярности. Опа, все, вот такую штуку я собрал, прикольную, кстати. Опа, такая катается, прикольная. А потом как-то я так сжал. Оп, все. И вот она. Такая вот прикольная пластиночка получилась. Правда, здесь отталкивание идет, видимо, где-то что-то не по полярности. Надо крутить шарики, чтобы они нашли полярность свою. Потому что, в отличие от кубиков, которые не покрутишь, шарики можно крутить. И они найдут свои плюсы и минусы, друг с другом соединятся. Плюс с плюсом, минус с минусом. Такая вот штука прикольная. Вот как-то так. Теперь у меня такие разные фигуры. Маленький шарик, кубик большой, старший брат. И этот, если собрать полностью, будет самый большой такой. Ну, а это... А это просто треугольничек такой, типа. Ой, лоу. Отойди, а ну-ка... Вот. А это просто такая штучка тройная. А не, прикольно будет не так. Типа вот кубики какие-то лежат один там. Ай, ёлки-метёлки. Их быстро и сильно притягивает. Я хотел типа так вот следы такие. Ого, на таком расстоянии притягивает. Следы такие кубиков идут, кубики такие. И вот такое типа выстроено. Штука прикольная. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.